И всем привет, мои дорогие подписчики, с вами как всегда Конька Престус, как всегда на моем канале, и сегодня я хочу проверить, можно ли окупиться на сайте MyDota2.net, если до этого вы ушли в плюс. Напоминаю, что тогда закинул 1000 рублей я и забрал вот этот, ну, тут я еще потом открывал, вот, но я ничего не вывел, проебал, вот, забрал меч и забрал пушку, то есть я 1000 рублей обратно забрал, ну, потом чуть-чуть тут проебал, но суть не в этом. Ладно, давайте попробуем, начнем, наверное, мы, я хочу открыть вот эти три, даже, наверное, вот эти вот так вот открыть. Откроем 4. Начнем с дровки. Открыть. Мне интересно, ну, золотые плечи здесь никогда не выпадут, я больше чем уверен, это невозможно. Почему-то рулетка опять лагает. Вот, ну, выпали бы плечи, было бы, конечно, охуенно, но понятно, что не выпадут уже. Ладно, следующий у нас сет на Сларка. Извиняюсь за повышение на телефоне. Вот, не знаю, возможно ли вообще купиться, когда ты уже был в плюсе на сайте, то бишь, ну, типа, какие шансы. Ну, клинки на Сларка, то есть, ну, кейс окупился, хорошо. Следующий это у нас SF. Не знаю, надеюсь, выбить аркан, ох, тут инвокера долбит вообще жестко прям. Прямо инвокера задолбили. А руки, они, по-моему, окупают тоже. Они что-то 200... А, и вот эти 200 рублей, а эти ничего не стоят. Ну да, эти 5 рублей стоят. Давайте Phantom Assassin попробуем долбануть. Вот эти плечи, они, кстати, дорогие, если они со вторым стилем. Вот, сет, кстати, сет. Он неплохо, по-моему, стоит. Он рублей 500 стоит, этот сет. Да, 600 рублей стоит, нихуёво. Слушайте, нихуёво сайт выдает. Нет, спасибо, я уже пополнил, хорош меня. И сет на Джиггернаут, давайте посмотрим, что выдаст он. В принципе, что у нас получается? Два не окупилось и два окупилось, можно сказать. А, ой, слушайте, вообще охуенно все. Выпало. Выпало все охуенно, потратили мы с вами 600 рублей. Итого мы окупились неплохо. Неплохо окупились пока что. Пока что, но будем судить, конечно же, в конце. Хочу долбануть инвокера. Один разок откроем, потому что челик очень много в него влил. Вот, смотри, сколько челик открыл. Посмотрим, может, я что-нибудь заберу с этого бонуса. Не заберу. А, дешевые плечи, можно даже не смотреть. Давайте откроем мой любимый кейс, авточес. Потому что, как по мне, он более-менее сбалансирован, то есть тут можно окупиться на нем изично, а можно слить изично, в принципе. Что я, собственно говоря, сделал. Давайте еще раз попробуем его открыть. Еще разочек чисто по приколу. Посмотрим, возможно или невозможно. Я знаю точно, возможно, невозможно. Так, и я понял, короче, этот кейс сегодня не выдает вообще ни в одном месте. Так, что еще можно попробовать? Я потому что, ну, другие никогда не крутил. Давайте легендари попробуем открыть. Может, тут выпадет что-нибудь прикольное, там, не знаю, легендарные усы, прикиньте, за 10 тысяч выпадут. Было бы вообще пиздато, но это невозможно, естественно. Да ладно, сет на Джиггернаут, он тоже стоит нормальных денег, по-моему. 400 рублей стоит, слушайте, народ, слушайте, вообще все охуенно. Так, еще у нас трипл килл, тут есть голова на ПА, дорогое. Вот единственное, что мне не нравится в этом сайте, то, что тут все разброс, тут надо знать именно, сколько стоят вещи. Голова на пуджа, но неплохо, слушайте, вообще неплохо сайт выдает. Давайте рапира откроем тоже разочек. Вообще неплохо выдает сайт, вот посмотрите, реально сеты. Дорогие сеты, причем не говнявые какие-нибудь, а нормальные сеты. Все, я блядь, перехвалил сайт, пошло, пошло вниз все. Пошло все в пизду, как говорится. Так, давайте саппорт кейс, никогда он меня не окупал. И не знаю, нахуя я его вообще открыл, потому что он меня ни разу не окупил, этот саппорт кейс. То есть, реально, я не знаю, на что я надеюсь, открывая его. Ну да, выпало бы вот это платье, оно, кстати, дорого стоит. А вот это, ну, 76 рублей, но не сильный, конечно, минус, но и ненормально. Мистикл кейс, почему-то стоит он дороже, чем легендари, но тут, опять же, больше вещей. Здесь талон хук есть из дорогих, вот эти ноги за 7000. Ноги на антимага, я не помню, к сожалению, сколько стоит. Ну, выпадает какая-то херня мистикл на пака, который больше чем уверен, что нихуя не стоит. Да, 75 рублей она стоит. Ну, опять же, не за 5 рублей шмотка, и на том спасибо. Имба! О, слушайте, я этого ни разу не видел. Блять, а он сколько стоит? 250, да? Давайте что-нибудь продадим сейчас. Давайте продадим вот это, да. Имба. Что у нас за имба? Давайте попробуем имбу открыть. Хочу имбануться просто от имбы. Слушайте, ну тут прикольные такие сочные вещи, конечно, некоторые лежат, но некоторые лежат полное говно. Допустим, как курьер за 5 рублей. Если он, конечно, был бы с гемом, он бы стоил нормально, но даже 5 рублей он не стоит. Так, что у нас по шмоткам? Что у нас по шмоткам? Ну, на сколько мы выбили? О, слушайте, а мы не окупились на сайте, посмотрите. 1658, блин, это не окуп. Это не окуп сайт. Давай еще разок, Миша, давай по новой, все хуйня. Ну давайте снова долбанем вот эту вот в ряд, вот так вот линию долбанем.
Конечно, я понимаю, что это сейчас может быть так, что я, сейчас меня вообще сайт обреет нахуй налысо. Но почему-то я решил попробовать. Так, ни о чем. Ноги, которые стоят. Дальше идем. Кто у нас дальше? Сларк. Бля, вот если бы голова выпала на Сларка, было бы охуенно. Либо золотой скади, либо голова, либо золотые клинки тоже очень дорого ценятся. Ну, хотя бы эти клинки давай. Ну, стой. Все, отлично. Есть клинки опять, то есть опять выпали клинки с этого. Давайте посмотрим из Сефа. Если с Сефа выпадет аркана, я ее заберу, сразу говорю. Если выпадает аркана, ничем не дорогое. Дороже 1000 рублей, я прям сразу забираю. Блять, две арканы прокрутилось, и, конечно же, хуй. Так, ладно, Фантом Ассасин. Ну, надеемся опять же на этот сет, надеемся на эти плечи, на голову, либо аркану. Потому что на что же еще нам надеяться, как не на это. Ну, блядь. Такое вообще себе очень неприятно, конечно. Джиггернаут. Так, голова, меч. Два меча дорогие. Голова дорогая, сет дорогой, гвар дорогой. И джиггернаут, аркан, естественно, дорогая. Я даже не знаю, что лучше. По-моему, лучше меч. Голова на подешевле будет. Ну, 219 рублей. Кейс окупился хотя бы. Ладно. Так, что тут у нас? Лина. Ну, давайте теперь вот эту всю линейку долбанем. Посмотрим, что у нас тут интересного. Вообще не понимаю, зачем было создавать линию Леона, если честно. Потому что, ну, Леона не так много дорогих вещей. Да и на Лину, в принципе, тоже не особо много. Я не знаю, эта голова, по-моему, она нихуя не стоит. 144 рубля, нихуя себе, нихуя не стоит. За 39 открыли, 114 выбили. Ой, 144. Ну, вот эти плечи, да, косарь стоит. Ну, палка это сколько-то стоит. Вот это, она вообще ничего не стоит, насколько я помню. Сейчас я могу опять же ошибаться, сейчас опять за 140 рублей как привалит. Давайте посмотрим. Не, но, да хуя привалило. 0,1, как говорится. Зевс. На Зевса здесь, в принципе, есть дорогие шмотки. Вот это голое тело, я не помню почем, но аркана дорогая, вот эта хрень дорогая. И выпадает как раз эта рука, нет, выпадает это платье на Зевса, что это такое вообще? 78 рублей. Ну давайте еще разок Зевса откроем, не знаю зачем. Вот, ну я как бы хочу себе аркан на Зевса, я бы не отказался от аркана на Зевса, если честно. Ну что, опять эти ноги? На опять ноги за 78. Ну, 78 рублей, опять же, не одна копейка, то есть хоть что-то. Дальше у нас Каймак. Здесь только вот этот сет окупает и, в принципе, два посоха только окупает. Посох мне здесь выпадал на сайте, соответственно, закупка есть на эту шмотку, а есть вот такие вот сеты по 5 рублей, небось, да, сколько ты стоишь? 2 рубля. Даже не 5 рублей, 2 рубля. Следующий у нас Виндрейнджер. Дорогая здесь насмешка. Вот этот сет я не знаю почем. Этот сет более-менее стоит. Плечи дорогие. Спина стоит. Меньше лук стоит. Можно насмешечку хотя бы, блять. Ну, кстати, вот эта голова, но она не стоит сколько денег своих. 18 рублей. Ну, 79 кейс стоит и... Маловато все равно, маловато. То есть, вывод такой, что если вы с сайта окупились, заливать на него снова деньги в надежде окупиться очень даже зря будет. Ну да, и сейчас он не докатился. Вот сейчас бы, блядь, он хуй бы перекатился бы, конечно же, на плечи на эти. Я бы забрал, даже если у меня... Они у меня есть, эти плечи, я бы один хуй их забрал. То есть, вообще... Как нехуй нахуй. Ладно, в принципе, нет смысла еще раз его долбить. Так, инвокер. Инвокер кейс. Я вижу смысл его сразу два раза долбануть, потому что он в основном не окупает. Дарк плащ здесь никогда не выпадет никому. Эти плечи тоже. Ну, остальное может быть, может быть. Ну, дарк плащ проехал. Да, дарк астрид не доедет волос. Да, и в итоге дикой слива. Нет, не будем его еще раз открывать, потому что я хочу долбануть Рубена. Рубика хочу открыть один раз. Ну, кстати, может будет сейчас еще разок инвокер долбануть, потому что он сажал нормально так бабок. Может выдаст что-нибудь. Рубен, тут тоже очень много дорогих вещей, очень много дешевых вещей. А эта хрень, она вообще ничего не стоит, она стоит рублей 10. Даже 8. Так, давайте инвокер еще раз попробуем. Давайте инвокер еще разок долбанем. Не знаю, есть ли шанс выбить что-нибудь, хотя бы руки какие-то на него. Потому что с этого кейса мне только падали, самый дорогой это фаржи и все. Ну и как бы даже сейчас перекатилось. На сколько сейчас у нас? 858-59 рублей. Давайте Dota Chess на все бабки откроем. Вон, опять открытий хватает, отлично. Пять раз сейчас долбанем постом. Dota Auto Chess, посмотрим, что нам выдаст. Интересно мне, что выдаст. Побреет ли меня сайт по полной. Ох, ебать меня сайт просто нахуй. Ой, блядь. Ой, блядь, серьезно, блядь, типа, ну, блядь, вы серьезно? Это пиздец. Просто сайт нахуй сбрил, просто ни одного кейса даже не окупилось. Вы прикиньте, народ, просто ни одного не окупилось. Что, еще раз, вот, пять раз, давайте еще раз. Снова пять раз, не знаю, побреет он ли он меня сейчас. Хотя бы один окуп, чтобы выдал, остальное может брить нахуй, в принципе. Ну, курьер, курьер, он стоит 1500, кстати. Он стоит 1500. И сейчас очень сложный...
вопрос такой. Забрать ли курьера или покрутить еще? Очень сложный вопрос стоит. Главное, что он стоит. Блять, я не знаю, народ. Честно, я не знаю. Я сюда закинул, то есть получается 1500, 1500. Курьер 1422. Но сайт может сейчас наглухо обрить за это, если я сейчас не выведу. Реально, сайт может наглухо обрить. 1500. Ой, блять, я не знаю. Я честно, я не знаю, блять. Хуй с ним. Контент. Если сейчас окупит еще раз, я заберу все нахуй. Я забираю и ухожу. Если не окупит, ну я долбоёб. Чё поделать? Я аж закурю от волнения. Ну, голова на Сларка не доедет, да? Да. Ну, меч 750 рублей. Блин, ладно, выдай мне еще раз курьера, я его заберу нахуй. Реально, я сейчас заберу курьера, если он выпадет. Но мне кажется, мне сейчас сайт нахуй обреет. Все, пизда. Надо было курьера забирать. Надо было курьера забирать. Я этого не сделал, я долбоёб. Просто я конченый долбоёб. Надо было забирать курьера. Просто надо было забирать. А я долбоёб не забрал. Ой, блядь, тяжела жизнь долбоёба. Всегда это говорю на стримах, блядь. Ну все, он уже не выдаст, все. Если он так побрил, это все значит ГГ изи ВП. Хотя, блядь, щиток. Давайте еще раз. Я знаю, что это зря делаю, народ. Но, блядь, я надеюсь еще раз курьера выбить и забрать его нахуй. Либо сейчас сайт опять побреет на лысо. Аркана. Все, я забираю аркану, все, народ. Я говорил, я пришел сюда, я хотел аркану на Зевса, я ее забираю нахуй, все. Не, пацаны, вы не дождетесь, я не буду ее продавать, все, я ее забираю нахуй. И сейчас я вам в доте покажу, что я ее забрал реально, вся хуйня. Связь с ботом, пожалуйста, попробуйте позже. Блять! Ну не надо, блять, сайт, ну давай без этого, блять, ну я тебя прошу. Пожалуйста, давай, 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 родной, блять, рожай нахуй. Ну, в принципе, хорошо, что арка. О, все. Сейчас, народ, я приму трейд и покажу вам и заодно что-нибудь вам разыграю. Итак, народ, забрал я свою аркану. Вот она, это аркана на Зевса. Появится. Steam что-то лагает. Вот она, аркана на Зевса, как я и говорил. То есть я ее забрал. Трейд я вам не показывал, просто потому что среди открывальщиков сайтов прошел слушок, что теперь, если вы палите ботом, бота банят и вам дают бан трейда. Поэтому трейд сам я вам не показал. Но вот она, аркана, я ее забрал, народ. Кунька сказал, Кунька сделал. Как бы своим подписчикам я не вижу смысла доказывать. Тем, кто новенький, ну, народ, придется поверить мне на слово. Потому что, ну, блин, подписчики, которые давно у меня, они знают, что Кунька пиздеть не будет. Кунька не пиздобол. Вот, а для новеньких, народ, ну, придется просто поверить мне на слово. Хорошо, а сейчас я вам покажу, что я вам разыграю в этом видосе. А в этом видео я разыграю для вас вот такую вот классную погодку. Для участия вам надо подписаться на мой канал, подписаться на мою группу ВКонтакте и сделать репост данного видео в закрепленной шапке группы. На этом у меня сегодня все. Кстати, ссылочка будет в описании на группу, вы не переживайте, вы ее легко найдете. Прямо в описании будет моя группа, вот, ВКонтакте. И подписывайтесь на группу, подписывайтесь на мой канал и все, и делайте репост, вы участвуете, народ. Все очень легко и просто. Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео или стримы. А с вами был, как всегда, Кунька, желаю всем пошлых подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Удачи, народ!